Здравствуйте, это «Погода на неделю». Что обещают нам синоптики с 1 по 7 февраля? Понедельник ночью малооблачно, без осадков, температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Днем облачно, осадков не ожидается. Столбик термометра покажет плюс 13, плюс 15 градусов. Во вторник ночью облачно, без осадков, температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Днем небольшая облачность, осадков не ожидается. Столбик термометра покажет плюс 16, плюс 18 градусов. В среду ночью облачно, без осадков, температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Днем облачно, осадков не ожидается. Столбик термометра покажет плюс 13, плюс 15 градусов. С четверга по воскресенье сохранится переменная облачность без осадков. Температура ночью до плюс 8, днем до 17 градусов тепла.